Вот уже 2 года медиаразведка колесит по разным уголкам страны. За это время тревел-проект совершил 50 туров и побывал более чем в 30 регионах. На этот раз добрался и до Поволжья. Программа составляется опытными гидами и экспертами, а участники, в свою очередь, делятся яркими эмоциями, фотографиями и статьями, а также дают оценку туристическому потенциалу региона. После каждой медиаразведки у нас появляется, вот здесь вот на толстовке, появляется такая нашивочка. Они специально сделаны очень круто. Их можно взять вот так вот и прилепить. То есть сюда мы, когда прилетели в аэропорт Ульяновска, всем выдали такие наклеечки, и хоба, сюда и прилепились. В планах команды посмотреть на природные красоты, архитектурные памятники и попробовать местную кухню. Обязательная туристическая точка, по словам группы, это Ульяновский музей гражданской авиации. Наверное, ценность медиаразведки в многогранности проекта, потому что каждый раз, когда ты едешь куда-то, как говорил Александр, ты сразу видишь с разных сторон местность. То есть ты видишь не только музейную составляющую, не только кулинарную, гастрономическую, но и другие. И немного спорта, и немного старины, и немного какого-то веселья. И при этом получаешь возможность пообщаться с людьми. Денис Говорухин в своем блоге о путешествиях проводит тревел-квесты, победители которых получают призы. В данном случае это серебряная монета. Она будет спрятана где-то на территории города Ульяновск. Мы это еще определим. И, ну, читайте канал, выполняйте задание и выигрывайте монету. По окончании пресс-тура каждый регион получит развернутый аналитический отчет и советы организатора проекта сервиса Tuturu. Конструктивные рекомендации от большой команды медиаразведки помогут регионам совершенствоваться и создавать новые интересные предложения для путешественников. Мадина Исмаилова, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.